А вот недалеко от излюбленного у жителей края озера Шира накануне выпало очень много града. Он укрыл дорогу так, что по видео было похоже, что это снег. Как сообщают очевидцы, все произошло ближе к вечеру 23 июня около Знаменки. Это населенный пункт на трассе Енисей в республике Хакасия. При этом некоторые градины были не очень крупные и по структуре действительно напоминали мокрый снег. Очевидцы останавливали свои машины на трассе, чтобы запечатлеть такое необычное явление природы. Сегодня 23 июня. Дорога с Абакана до Шира. Едем на Шира. Едем на Шира. Осталось буквально 60 км, не больше. Кирилл поправляет меня, 50. Люди останавливаются, все фотографируют. Предлагаю тоже сфоткаться. Давайте.